48 глава книги пророка Исаии. «Слушайте этот дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял, из уст моих выходило оно, и я возвещал это и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это происходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть. Ты слышал, посмотри на все это, и неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: вот я знал это. Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матери ты прозван отступником. Ради имени моего откладывал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание, славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим! Тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите: Господь искупил раба своего Иакова. И не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.